fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. Здорово, таферы! Так уж вышло, что на канале сейчас выходят видео исключительно про разбийников, так что думаю, эту традицию стоит продолжить. Сегодня я расскажу вам про пиратов. Нет, не про темную сторону интернета, про настоящих пиратов Регны. Затягивать не буду, играем мы сегодня в Героев 3, а именно Рок Бездны, и проходить будем непосредственно здешние кампании, созданные разработчиками мода. Главное действующее лицо первой кампании – молодой пират, известный под прозвищем Джереми Альбатрос. Этот парниша никогда не унывает. Да даже минотавры на его фоне кажутся какими-то грустными. Однажды, во время очередного бегства от Рафийского флота, любимая посудина Джереми терпит крушение, а самого пирата и его экипаж выбрасывает на неизведанный остров. Махнув рукой и с улыбкой крикнув «На счастье!», наш герой отправляется прямиком вглубь острова. Главный помощник Патрис предположил, что мы сейчас находимся в полной пизде, с чем трудно не согласиться. Провизии после данного инцидента у нас почти не осталось. Так что команде сейчас приходится отыгрывать роль студентов. Доползешь за 7 дней до родителей с кастрюлей борща – выживешь. Если же нет… Неожиданно для себя на этом заброшенном острове находим водопад нимф, существ, крайне уважаемых магами Регны. Нанимаем водянистых милашек и двигаемся дальше. Наш главный помощник Патрис оказывается довольно прошаренным типом. Он рассказывает, что эти земли когда-то пытались колонизировать рафийцы. Однако сам король Гриффенхарт отозвал эту миссию, как только началась война с Иофлоом и Ниганом. Так что вполне возможно, помимо дикарей, устраивающих на нас засады с деревьев, мы найдем тут и какую-то халяву, оставленную прежними обитателями. Но реальность полна разочарований. А поэтому самым адекватным существом, что мы встречаем на этом острове, оказывается гнол. Представляется он кличкой Обгрыз. Поговаривают, что он делает офигительные карты для третьей и четвертой части героев. Но сегодня ему выпало 18 карат невезения и пуля в голове из пистолета Джереми Альбатроса. Парни, у вас есть несколько часов, чтобы повеселиться! Ура капитану! Гнол охранял заброшенный рафийский аванпост, и захватив его, Джереми вдруг понял, что это вообще-то неплохая база для рейдов. Команда решает, так сказать, бросить здесь якорь и отстроить замок в новоприобретенном городе, назвать который наш пират решил Утопией. Слушай, ну какая же это утопия? Вот это утопия. Ну, на самом деле, назвал бы как-нибудь типа Воронеж. Было бы намного каноничнее, учитывая, что это заброшенная крепость Рафий. В общем, истребляем всю живность острова и отстраиваем наш новый дом. Эй, какого черта? Это наш секретный лагерь, никто не знает о нем. Успокойтесь, парни, мы с ребятами всего лишь изучаем остров. Это ты сейчас успокоишься. Навсегда успокоишься. Получается победа. Но, к сожалению, вдоволь отдохнуть, посидеть в местной корчме и помять сиськи пирату нам все же не дадут. Ведь неожиданно к нам заявляется уже другой гнол. И не простой, а золотой. В том плане, что он, в отличие от других гнолов, хотя бы не воняет. Ну а вообще, кроме шуток, Алкин, пришедший на аудиенцию с нашим героем, это реально самый настоящий представитель гнолей интеллигенции, разговаривающий с людьми на равных, используя членораздельную речь. Алкин оповещает нас о нарастающей угрозе в виде криган, которые уже давно наращивают свои силы для, собственно, захвата всего мира. Джереми же стоит волноваться за свою жопу, из-за того, что кригане планируют в том числе захватить остров, на котором он так удобно обустроился, ибо он прекрасно подходит для перехвата рафийских кораблей, до чего наш пират уже и сам додумался. Так что теперь мы либо захватываем абсолютно все внешние жилища на карте, либо происходит тысяча чертей. Если вы проходите эту миссию впервые на максимальной сложности, то с высокой вероятностью вам придется проходить ее дважды. Проблема в том, что времяпрепровождение на данной карте ограничено 3 месяцами. И если не знать, что вас ждет, и скитаться туда-сюда, то вы успешно завалите миссию. Подогревает очко еще тот факт, что нужно захватить внешние жилища не только на основном острове, но и на близлежащих островах.
Причем узнаете вы это далеко не сразу, а лишь зайдя в хижину мага и посмотрев в его глаза. Но это еще не все. Как только вы отправитесь в морское путешествие, вам придется делать незапланированные остановки еще на нескольких островках, помимо вот этих угловых. А это как минимум 2 хода на одну остановку. Ну и на десерт остается то, что мы играем за коричневый цвет. Возможно, я придираюсь, и я один такой дурачок, которому, чтобы понять, стоят ли везде флажки коричневого игрока, нужно реально долго всматриваться. Но, сука, не дай бог, я забыл покрасить какой-нибудь шер хоббитов, и мне придется делать круг. Или еще хуже, начинать миссию сначала. Короче, как по мне, на этой карте создатели немного поиздевались над игроком. Но стоит заметить, карта получилась довольно динамичной и интересной для своей общей идеи. Тут мы воюем исключительно со временем и монстрами на карте, однако кто запрещает делать из этого интересные боевки и челленджи? Тем более, что под командованием у нас сам Джереми Альбатрос, самый везучий и храбрый пират. И это не пустые слова, просто посмотрите, как этот молодой человек слепо лезет в драки с явно гиблым исходом и выходит из них победителем. Джереми нападает на 36 ящеров-воинов с какими-то остатками армии и выходит победителем с одной нимфой, у которой осталось одно здоровье. Вы еще не верите в его удачу? Прямо за следующей боевкой наш безрассудный герой решил победить почти 100 гнолов на родной земле, не имея при этом ни маны, ни армии. Только пушка, только хардкор. Ни единой морали гнолов в итоге не поймали, и все идеально точно были застрелены ядрами пушки. 7 стеков, 7 выстрелов. А я напомню вам, что в пушке всего их 8. А чуть позже он все так же с одной нимфой лезет биться с могучими рядачами столовки ограми в количестве 17 штук. И также исключительно красиво заканчивает эту битву в свою пользу. А как насчет 7 мантикор на бомже-гнолах? Или 9 птиц грома почти без армии? Ладно, я думаю, вопросов по поводу, кто тут самый азартный и удачливый пират, не осталось. Поэтому быстренько захватываем остаток внешних жилищ и заканчиваем миссию. Кстати говоря, проходя эту карту во второй раз, я сильно торопился. Так что, прожив в своей голове идеальный маршрут, с учетом предыдущей попытки, заканчиваю миссию аж на месяц раньше. Пришло время решить, кто босс этой качалки, а кто будет обосравшись пытаться спасти свою жалкую жизнь, отступая с острова. Демоны уже прибыли и готовы вставить пиздюлей всему, что до сих пор движется. Джереми Чайка все еще рассчитывает на свою удачу. Не зря же он так старательно готовился к нападению. Кроме того, местные жители в предводительстве Алкина помогут нам наказать злых демонюк и отправить их назад на космические корабли. Ну типа отсылка на то, что Кригни инопришленцы. Не смешно? Не поняли? Это меч и магия. В общем, порешали на том, что нужно быстренько запартизанить этих клоунов и захватить их базу. Итак, теперь у нас 2 самостоятельных мейна и 2 города, которые надо отстраивать. Естественно, у меня, как у профессионального игрока на ауткастах, сразу случилась дезориентация и конвульсия, а позже я и вообще потерял сознание. Ужас. Но если серьезно, то ничего сложного тут нет, ибо Джереми уже раскачанный как пельмень, а противники умирают с достоинством и не начинают душнилово с побегами и наборами армий. Кладем их на спину одного за другим, далее втыкаем в стражей прохода жезлы побежденных полководцев, отсылка на готику, ну и спокойненько забираем их базу. Что ж, одна из самых лайтовых кампаний трилогии пройдена. Горстка бомжей одолела армию других бомжей. Великая победа! Джереми залутал захваченные криганские корабли, к сожалению, не космические, и двинулся навстречу новым приключениям. Следующая кампания, мои чуваки. Называется она «Гроза морей». А начинает свое повествование с истории еще одного пирата по имени Быдло. Бидли. Простите, просто у меня в сохранениях было записано именно так. В общем, сидело это быдло как-то в таверне рыбацкого поселка, близ территории варварского Крюода. Вдруг какой-то местный пьяница решил поведать пирату о загадочном пленнике, которого недавно привезли в специальную антимагическую тюрьму. Бидли, будучи-то уже хорошенько поддатым, подумал, что там держат какого-то особо сильного мага Бракады, который наверняка был бы очень рад своему освобождению и явно щедро наградил бы своего спасителя. И только протрезрев, Бидли осознал, в какую авантюру он вписался. И уже полноценно охуел, когда узнал, что там держат известного архимага Ксандра, а по совместительству своего старого врага. Ебало, Бидли, представили? Кстати говоря, вы, возможно, удивитесь, но среди пиратов довольно много культурных и умных людей, несмотря на общее заблуждение об их сходстве с варварами. Так что Бидли сейчас не очень-то приятно возиться с немытыми глупыми варварами, вместо того, чтобы пригубить какого-нибудь джедамского вина под песни рафийских бардов. Сейчас как раз у варваров прошел очередной фестиваль жизни. Да, тот самый.
Герцог Барагус мертв, а его место занял молодой, но еще более жестокий и коварный Килгар. Короче, варвары и так никогда не были сплоченным народом, а сейчас так вообще, ну, прямо идеальный момент, чтобы воспользоваться их разобщением и атаковать. Бидли решает не дожидаться своего флота и вторгнуться на территории варваров самостоятельно. В планах захватить центральную деревушку, а оттуда уже с войском Клюта добить всех остальных. Вкратце, план хуйня, автор пидорас. Ладно, ребят, давайте на чистоту. На прохождение этой карты я потратил 4,5 часа своей жизни. И, к сожалению, не потому, что она мне очень сильно понравилась. Дело в том, что предыдущие карты я проходил на максимальной сложности, ну и не особо испытал какие-то трудности по ходу игры. Да, я один раз рестартнул миссию с захватом внешних жилищ, но в целом было приемлемо. Ну и эту карту я начал проходить на максимальной сложности и понял, что это близко к невозможному. Если вы сами проходили на максимальной сложности или видели, как кто-то проходит, хорош. Но после нескольких попыток я понял, что не готов тратить еще 20 часов своей жизни, чтобы найти момент, когда мне повезет и я смогу красиво унизить своих противников. Вместо этого я тупо понизил сложность карты до ферзя. Сейчас мы пробежимся по всем моим забегам, и я распишу нахуй поминутно, блять, где кто сосну хуйца, блять. Я иду в стартовый город, чтобы докупить армию. Ведь наш герой имеет специализацию на морских волков, то есть может улучшать пиратов и корсаров прямо в пути. Довольно сильная и приятная штука. Далее я пробиваю нычку огров и нанимаю их. Пробиваю еще парочку мобов и нападаю на тот самый форт, который Бидли хотел захватить и от которого хотел строить дальнейшие планы. И что вы думаете? Оттуда на меня выскакивает гребаная орда хобгоблинов с кучкой своих варварских друзей. Но самое главное, запомните, это очень важно. В городе был отстроен замок, и нас просто расстреляли с башен в первом же раунде. Я такой, понимаю. И пошел думать, что делать дальше. Может, надо сначала где-то подкачаться, набрать немного войск, и я вообще рано сюда сунулся. Победил всех мобов, которых смог, нанял еще героя во внешней таверне, чтобы получить халявных морских волков. Пошел исследовать территорию дальше направо, абсолютно не понимая, как я должен это побеждать. И тут неожиданно нам приходит письмо от нашего брательника Джереми. Мол, у него некоторые проблемы, но он скоро будет. И я очень серьезно воспринял этот момент сюжета, потому что подумал, что сейчас к нам завалится Джереми со своей легендарной пушкой и все порешает. Надо только подготовить для этого почву. Спойлер, он так и не появится в этой миссии. И все это дерьмо придется разгребать самостоятельно. Короче, как вы уже поняли, мой первый забег был неудачным, и мне дали пизды орды варваров, которые подоспели чуть позже. Я начал заново, и что вы думаете? Я опять попался в ловушку текстовых сообщений. В один момент нам говорят, что Бидле приснилось море, и я опять серьезно воспринял эти слова, потому что подумал, что это такая подсказка, и играть нам тут стоит, опираясь от нашего корабля и водного пространства. Ну и как бы нет. Мы, конечно, нашли тут прикольный щиток на плюс 4 ко всем характеристикам, но ситуацию он особо не поменял. Я даже попытался зарашить еще один город варваров с воды, но и тут отхватил леща. Немного попив чаю и собравшись с мыслями, я решил, что нужно попробовать жестко зарашить, не отвлекаясь ни на что. Ведь изначально все-таки в этом и был план. И да, когда мы целенаправленно несемся со всех ног в форт, в нем нет той жесткой охраны и даже башен, которые нас будут обстреливать. Однако даже так мы берем форт с натяжечкой, потому что у нас всего 8 морских волков, и если бы искусственный интеллект не был таким тупым и не начал долбить катапульту, то вряд ли данная затея бы получилась. Но как бы то ни было, мы захватываем форт. И помните, я вам говорил запомнить то, что в первом забеге нас обстреливали башни. Это привилегия чисто варваров, и мы ни черта не можем построить тут даже цитадель. А значит, никак не можем увеличить прирост существ. Это именно та проблема, из-за которой я еще не раз начал карту заново. Тут нам нужно собрать все возможные войска с первого же прироста. И желательно даже с нашего стартового города, в котором, к слову, построить ничего нельзя. А потом без промедления двинуться враж на следующий замок. Ибо в других вражеских городах никаких запретов на строительство нет. И если мы будем медлить и отвлекаться на все интересности, которые тут валяются, то нам покажут всю прелесть игры против варваров. В общем, очень даже просто забираем еще один город, а там уже по накатанной. Отстраиваем его, параллельно забираем второй город, лутаем все артефакты на карте, скипаем несколько недель, чтобы накопить войска, и уничтожаем Тираксора со сферы запрещения, который спрятался как раз в том городе, который нам надо захватить, и в котором, вероятно, и сидит тот самый маг. Вот и все.
Изи катк. На следующей миссии мы возвращаемся к Джереми. События здесь происходят параллельно с тем, как Бидли устраивал замес с варварами. Джереми плыл на тех самых криганских кораблях, захваченных в конце первой кампании, и наткнулся на какой-то остров, которого на демонических картах не значилось. Пиратское любопытство у нашего героя не отнять, поэтому он решает бросить тут якорь. На берегу нас уже ждали люди женского пола, довольно красивые, по словам Джереми. Вперед выступила Косметра, предводитель всей этой тусы, верховный гидромант и хранитель какой-то там библиотеки. Нормально себе так заслуг приписала. Ну, Джереми тоже не дурак, знает, как себя перед дамой представить. Он у нас адмирал Регананской армады. Блин, 10 человек в команде. Армада. Короче, флиртовали бы они так с друг другом дальше, как выбежала перепуганная молодая девушка с криком: «Госпожа, они опять атакуют!» Джереми, как истинный джентльмен, помог девушкам отбиться от довольно крупного отряда, состоящего из людей, орков, ящеров и нежити. Они не были готовы встретить такое серьезное сопротивление, поэтому быстро разбежались. Косметра быстро сообразила, что ей самой тут проблемы не разгрести, и нужно быстрее включать свои женские чары. Улыбается пирату, хлопая глазками, рассказывает, как она не справляется, и... Ну все, нам мужчинам многое не надо. И вот Джереми уже сам не знает зачем ввязался в войну. Косметра рассказала, что остров, к которому мы причалили, называется Эверморн. Некроманты, поддерживаемые Храмом Луны, видимо, очередная мега умная отсылка на Меч и Магию 6, которую я пока еще не понял, хотят разграбить секретную библиотеку, в которой хранятся знания о магии воды и ее артефактах. Это, видимо, какая-то мета-ирония, которую я тоже пока еще не понял, потому что зачем некромантам магия воды, абсолютно непонятно. Но да ладно. Джереми впрягается в эту тему и начинает, пожалуй, самую душную миссию за всю кампанию, ибо тут нет таверны для разбивки героев город, а причиной поражения является как раз потеря этого города. Такие дела. Вкратце. Вначале я стараюсь захватить похороненные заживо останки троглодитской фермы, и на самом деле это стратегически важный объект, и подчинить себе во владение ниганцев очень даже хорошая идея. Некромансеров мы как можно дольше отгоняем от этих территорий и, подвезя укрепление, берем город. Пока Джереми занимается зачисткой подземелья, Косметра с командой ложков из внешней таверны решает пробежаться по местным вкусняхам. И неожиданно для себя я нахожу способ, как прям без проблем пройти эту карту на максимальной сложности. Нужен простой советский Гладиус Титанос, потерпевшего кораблекрушение. Фатальная ошибка этого забега была то, что я по какой-то причине заигнорил болотного врага, которого мог вынести буквально первым. Однако мне не хватило сил, чтобы законтролить сразу несколько точек, и я дал Дрейкону раскачаться до ебических статов. Пришлось разбивать Джереми и бежать по ебаному бездорожью на оборону замка, ибо его потеря значила бы поражение. Статы у оппонента явно сильнее, как и армия. Но он даже не ведал, в какую бойню ввязался, ведь у нас есть... Ослепление. Временно дезинтегрируем основные стеки противника, уничтожая тех, кто подходит. Ворота они сразу ломают, поэтому приходится подставить матросов для закрытия прохода и начать расстрел. Однако, конечно, искусственный интеллект играет довольно жестко и без проблем может переиграть вас по спеллам и выдать что-то неожиданное в нужный момент. Как, например, тут. У противника остается несколько гнолей, и он кастует волну смерти, чтобы разбудить остальные свои отряды. Такого мува я, конечно, не ожидал. Достойно уважения. Далее я ослепляю ящеров и добиваю стрекоз, выставляясь под прямую стрелу и аннигилирую противника без возможности сбежать. Лутаем целую кучу артов на халяву, ну и остается лишь полчаса беготни, чтобы добить противника. Короче, я не пожалел, что так получилось, ибо финалка получилась бомбезная. Контролить сразу троих противников довольно тяжко, особенно учитывая еще раз недостатки нашего стартового города, из-за чего мне как раз таки пришлось идти захватывать темницу в подземельях и продвигаться дальше на север к некромантам, игнорируя противника под боком, но в целом было даже неплохо, особенно благодаря финалке. Очередные абсосы наказаны, но на этом мы не останавливаемся, ибо дальше сюжет набирает обороты и играть становится еще интереснее. Бидли сидел в темном уголке маленькой смрадной таверны «Черная метка» и пил дешевое пиво, где опять бугортил с того, что лучше бы он сейчас читал фанфики по Наруто и самообразовывался на двочах, а не вот это все. Внезапно дверь в таверну распахнулась, и в нее вошел Джереми вместе с Косметрой. Обнимашки, вопросы типа «все такой же, вечно молодой, вечно пьяный», ну, короче, семья воссоединилась. «Че у тебя там стряслось-то?» «Да пустяк», — отмахнулся Джереми и сел за стол. «Пустяк? Пустяк, блять?»
Я ёбаную войну прошел, одолел 3 государства кучкой бомжей нахуй ради того, чтобы ты, Джерми Альбатрос, костыль тебе в сраку, подкатил яйца к асметре. Пустяк? Ладно, в общем, это все не важно, правда? Главное, что братья наконец-таки вместе, и у них уже назрела новая афера. Для нее им нужны были корабли. Много кораблей. А также люди и припасы. А все дело в том, что Бидли, спасший того самого великого волшебника Ксантера из Клёвудской тюрьмы, судьбоносно узнал от мага о Роге Бездны, таинственном артефакте, древней легенде. По словам Косметра, владелец этого артефакта владеет и всеми водами. Смекаешь? Он станет подобен живому воплощению лорда воды, да и вообще получит власть, которая не снилась его отцу. На самом деле, Ксантер рассказал нашему пирату о Роге в надежде на то, что пират погибнет, пытаясь его раздобыть. Но Бидли этого уже никогда не узнает. Однако это вам не за семками в магаз сходить. Тут нужна серьезная подготовка. Косметра предложила побывать у берега Ада, у самого Эофола, и совершить рейд на земли Криган. Затея опасная, но она себя оправдывала. Кстати говоря, получается довольно забавная ситуация, ведь после спасения архимага королевы Катерины, Бидли получил статус рафийского агента, корсар ее величества. А теперь он еще и лезет на земли Эофола, чем как будто бы подтверждает этот слушок. Сейчас наша цель собрать другой рог, рог изобилия, чтобы с помощью него нанять людей и снарядить флот. Говорят, что у Арчибальда Аранфиста был такой рог, и он снабжал его армией во время гражданской войны в Нроте. Не менее легендарный и божественный артефакт. Но об этом поговорим уже в следующем видео невероятных приключений быдла и его друзей. Подписывайтесь на наш канал тут и тут, ставьте лайк, чтобы YouTube был доволен, и делитесь своим мнением в комментариях о данном видеоогрызке. До встречи, матросы!